сейчас я встречаюсь со старшими людьми из местных, которые мне могут рассказать то, что они помнят из рассказов своих предков. Это мифы, легенды, рассказы, касаемые нашей местности. И здесь у меня появилась идея организовать велотуры туристического характера. Почему велотуры? Потому что велосипед – это экологически чистый транспорт, во-первых. Во-вторых, по этим местам можно проехать только на велосипеде, ну и, конечно, пешком. А в-третьих, это здоровый образ жизни. Езда на велосипеде положительно сказывается на здоровье. Так как я человек, любящий и верящий в свою родину, и считаю, что то, чем я занимаюсь, это мой маленький вклад в развитие страны.